Всем привет, на канале Свой Ремонт. Сегодня покажу, как обновить машинку. Машинки старые, но они еще работают. Но вот эта желтизна, она как бы портит весь вид. И как это исправить? Берем демиксид и демиксидом протираем всю желтизну. И она у нас должна уйти. Сейчас мы это сделаем. Машинки вот эти LG, на них еще подшипники даже ни разу не меняли. Она рабочая. И еще проработает не один год. Но надо ее обновить. Желтизна это нам не идет. Ну, желтизна вот уходит вся. Своего рода лайфхак. Она, смотрите, она стирается и делается какой-то такой. В общем, пластик разъедается, снимается верхний слой. Что получается здесь? Разъедается пластик, снимается верхний слой, желтый вот этот, вместе с пластиком. Пластик вот он начинает кататься. Пластик вот он скатывается. Ну, в принципе, нормально, неплохо получается. Машинка белая. Сейчас я ее ототру и посмотрю и покажу, какая она на самом деле становится. Надо полагать, что вместе с верхним слоем сотрутся и все буквы. Поэтому по буквам мы не будем тереть, а будем оботрем ее просто по свободным местам, чтобы она побелела. Беру бинтик, сматываю его. Желательно, чтобы на руки не попадал, чтобы руки не разъедал. И начинаем протирать. Да, ну в общем, оттереть можно, но есть вероятность того, что сотрешь все буквы. Потому что, как он действует, теперь понятно. Он снимает верхний слой. Верхний слой со всеми... И также могут удалиться у нас надписи все. Просто белая панель. Потому что он снимает наклейки, снимает верхний слой. Вот этот желтый, в который уже въелась желтизна. Поэтому решать, конечно, вам. Здесь можно повыделываться маленько. Поподлазить так, чтобы... Остались надписи видны. Взять какую-нибудь палочку, палочкой шоркать это все, чтобы убрать этот желтый налет. В общем, демиксидин. Продается он в аптеке, там рублей, по-моему, 50 или 40. Справляется со снятием желтого налета, но вместе с этим налетом снимает и верхний слой. Он налет не убирает, он его как бы растворяет вместе с пластиком. И если у вас будут какие-то надписи, то эти надписи тоже могут пропасть вместе с желтым налетом. То есть решать вам, обновлять таким образом вашу технику. Или пользоваться такой, какая она есть. И если решите все-таки пользоваться им, то одевайте перчатки, потому что руки стали сухие. Скорее всего, что кожа тоже разъелась на пальцах. Пойду сейчас отмывать это хозяйственное мыло все. Результат есть от демиксидина. Пластик белеет.
Хотя он становится уже не таким гладким, как был до этого. Становится немного шероховатым. То есть верхний слой удален. Ладно, всем пока.